Торжественные мероприятия по случаю юбилея участковой службы прошли в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома. В одном зале встретились все те, кто стоит на страже безопасности в районах и городах. Служба этих людей непроста и очень ответственна. Работа с людьми требует от участковых инспекторов навыков налаживания коммуникации, умения быть не только исполнителем закона, но и психологом, а подчас и другом. Жизнь сегодня диктует все более весомые и более жесткие требования к сотрудникам данной профессии. Ему надо быть не только профессионалом, юристом, в первую очередь психологом, найти тот самый ключик каждому и к законопослушному человеку, и к человеку, который приступает закон. Об эффективности деятельности подразделения, отмечающего такой большой юбилей, говорят цифры статистики. Каждое пятое преступление удается раскрыть благодаря деятельности участковых. И это только часть ежедневной службы. Отдельным блоком стоит индивидуальная профилактика с представителями семей, признанных социально опасными по разным причинам. Свой профессиональный праздник участковые брестчины встречают достойно, успешно выполняя поставленные перед ними задачи. Подтверждение тому устойчивое снижение как общей преступности, так и преступности по линии уголовного розыска на территории Брестщины. В праздничный день в адрес участковых звучали слова поздравлений и пожеланий, а наиболее отличившиеся были удостоены грамоты благодарности от руководства управления. Конечно, каждый из выходящих на сцену был рад тому, что его работа отмечена. И это еще один стимул для выполнения качественно своей главной обязанности. Защищать население, помогать, наставлять на путь истинный, пресекать. Помогать людям, самое главное. Приятно, что помнят, не забывают, оценивают. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербо, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.